В ходе рабочего визита в Галицино депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов провел встречи с избирателями своего округа для отчета о работе в 2019 году. Парламентарий ответил на вопросы граждан и принял в работу их наказы. Кроме того, 20 января Олег Рожнов совместно с начальником территориального управления Галицино Галиной Кувшинниковой провел прием населения.